Трудовые династии на страже порядка. Не успел еще глава МУРа Виктор Зиновьев выйти со своего поста. На его место уже метит сын, правда, не его, а заместитель главы МВД Михаила Ванечкина. Максим Ванечкин уже 3 года работает в главном управлении уголовного розыска и заручился поддержкой своего начальника Виктора Голованова. Надо сказать, что последний давний друг не только папы Ванечкина-старшего, но и самого министра Владимира Колокольцева. К тому же за годы службы в МУРе Максим Ванечкин принял участие в расследовании целого списка громких дел, в том числе нападение на худрука Большого театра Сергея Филина, убийство футбольного болельщика Егора Щербакова. И тем не менее у оперативника есть серьезный соперник, заместитель начальника полиции Москвы полковник Геннадий Голиков. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, облеченный доверием главы столичного управления МВД Анатолия Якунина. Кадровое противостояние стало следствием масштабной реформы в угрозыске. Там планируют заменить большую часть личного состава.